Всем привет, ребята, с вами Рирс, мы продолжаем играть в Mass Effect Andromeda, и в прошлой серии мы делали всякие болтологические миссии, я мучил ваши уши, свои читки диалогов, все дела, все как надо. Короче, было круто, весело и обалденно. Ладно, идем дальше, теперь нам нужно отправиться на свой корабль и продолжить выполнять задание с чистого листа, основная сюжетная линия. Стыковочный отсек, поехали туда. Готовы видеть? Говорят, это нечто особенное. Первопроходец прибывает. Как корабль? Отлично смотрится. Проводим исследование. Мы скоро будем. Судя по всему, положиться мы можем только на себя. Другими словами, придумаем все на ходу. Будем называться тактической импровизацией. Да, зато стильно. Будем надеяться на то, что это будет круто. Ее зовут Буря. Какая улыба у тебя. Вот он, наш кораблик новый. Темпест. Красотища. Что-то сразу захотелось поиграть в Elite Dangerous. Надо взглянуть поближе. Давайте уже немного побыстрее, опаздываем на 14 месяцев. Значит, ты у нас старшая, стараешься, чтобы все было как надо, да? Ветра Никс, предприниматель, снабженец, стрелок и все в таком духе. У вас все готово? Ты с нами? Да, в противном случае они бы выпустили корабль со станции. Пора уходить отсюда. Да, давай посмотрим на остальную часть Элея. Стойте, стойте! Вы никуда не идете. Проклятие. Что-то не так? Директор Аддисон ожидает полный доклад о команде, вооружении и запасах на Буре. Танк главнее, чем Аддисон, но корабль погружено оборудование для обнаружения аванпостов, все как приказал директор Аддисон. Кажется, я тебя знаю. Ты ведь Бен, верно? О, ты ведь прибыл сюда с семьей, и сын все еще в криостазе. Я могу понять занавески, чтобы его разбудили. Да ну. Да, серьезно. Коррупция, все дела. Мне сказали, что он не относится к важному персоналу, но я скучаю по нему. Понимаю, у меня тоже есть семья, Бен. Готово. И Аддисон меня убьет. Ух. На секунду представил, что снова придется разбираться с Аддисоном. Этого никто не хочет. Учитывая обстоятельства, было несложно. А сейчас нам нужны те, кто будет убирать препятствия и создавать новые. Наконец-то. Хоть кто-то стремится действовать, а не чесать языком. Сейчас мы постреляем, ребята. Наконец-то, твою мать. Здесь все по первому классу лаборатории, сенсоры, оборудование. И команда, конечно же, лучшей в своей области. А, отлично смотришься, я рада. Ядро двигателя основано на приводе ковчега Одис. Он работает куда тише. Это Билл Броди, инженер, механик и бог гаечных ключей. Это наш исследовательский отсек. Здесь есть место для улучшения оборудования, сбора сведений. Маршрутизатор включен. Устанавливаю соединение с Бури. Добро пожаловать, Сэм. И Рейдер, конечно. И управляет всем Суви Анвар, ваш старший научный специалист. Ваши каюты внизу, я здесь. Хватит места, чтобы всем собраться вместе. Корабль твой, легкий, незаметный, самый быстрый в своем классе.
Все планы инициации накрылись медным тазом. Теперь действовать придется на инициативы. Мы все были готовы к испытанию. Когда будешь готов вылетать, приходи на мостик. Наш пилот все подготовит. Сажа, лицо намазано у него немножко. Ну, это такая борода. Модная. Когда будет готов, отправляйся. Так, явиться на мостик. Какой красивый корабль, а? Зал переговоров центрального стола. Что-то там можно будет. Видон недоступных вызовов. Окей. Идем вниз. Это мы называем исследовательским отсеком. Здесь ведутся исследования проекта о существовании координации инициативы. Можно что-нибудь здесь нажать? Ни хренашеньки нельзя сделать здесь. Оружие какие-то разблокируются здесь, да? Судя по всему. Ну, скорее всего, здесь мы сможем и крафтить себе броню новую. А крафт здесь по-любому есть. Чё сказал? У нас постоянно полно дел, но в удовольствиях забывать не стоит. А полезных на всякий случай. Обожаю новые игры. Иногда от старых бывает прок. К примеру, от тех, кто что находили редкие ископаемые, техника. Неважно, научная станция переработает любой клан. Мы стали падальщиками. Сейчас надо использовать все возможности, даже если придется копаться в мусоре. С такой техникой это совсем не мусор. Использовав лучшее, что мы получим? Верно, опять же, лучше. Так, научный терминал. Исследование. Чтобы разблокировать новые рычажи и усиление за научные данные, откройте исследование. Продолжить Space. Выберите исследование, чтобы открыть новые чертежи и усиление при помощи добытых научных данных. Выберите разработки, чтобы создать новые предметы или улучшения. Исследования. В каждом категории исследования есть различные типы научных данных. Млечный путь, LA и реликты. Выбрать категорию можно, используя QE. Давайте броньку замутим. Гиперстраж. Гиперстраж. Они чем-нибудь отличаются внешне вообще? По-моему, нет. Научные данные Млечного Пути 10 у нас всего. Ясно. Мы не сможем это исследовать. Разработка. Разработка. Чтобы подробнее узнать о необходимых для работы с чертежами материалов, нажмите X. Новые чертежи можно разблокировать на экране исследования. Пистолет-палач. Мотыга. Мститель. Давайте ее создадим. А нет, у нас, по-моему, есть уже такая, да? Торговый терминал есть. Ну, все, короче, как надо. Ладно, идем дальше. Наш бравый капитан. О, лестница, нужно вниз спуститься. Ладно, пойдем уже на мостик. Продолжим наше увлекательное путешествие. Что он там увидел? Departure trajectory locked, Nexus Control. Time for introduction. Надо познакомиться. Ты должна быть Райдер, я Калор Джад. Очень рад быть здесь и рад встрече, конечно. Я буду управлять бурей под твоим командованием. Отличный корабль, но чтобы преуспеть в LA, нам понадобится указание первопроходца. Я не допущу, чтобы мы попали в беду. Я все еще учусь. Вот так сделаем. Нас окружают опасности, но я постараюсь их избежать. Это вселяет уверенность, не хотелось бы лишить работы из-за мерзкого облака.
Что за облако? Я был пилотом-испытателем ранних прототипов бури, хочется поскорее увидеть, на что она годится. И сзади кто-то стоит, смотри. Так что чего? Консоль синхронизирована с твоим имплантом. Можешь провести рукой, указать место назначения, навигация системы, все рассчитана сама. Удобно. Сделано специально для первопроходца. Так, мы готовы. Можем начинать? Вот так ответим. Мы были готовы к чему-то большему, когда отправлялись на Андромеду. Хорошо. Прошу прощения. Извините. Передача управления идет нормально. Научная и наблюдательная станция в норме. Есть связь с Лекси. Рулевая система в норме. Билл сообщает. Все готово, Райдер. Буря ждет команды. Не хочешь сказать что-нибудь для истории? Мы справимся. Ну, вот так вот. Мы все считаем видеть золотой мир, дорога к нему лежит перед нами. Не забываем о мечте. Она будет направлять нас. Nexus, это буря. Бортовой номер 2527. Мы готовы к взлету. Первый полет. На буре. Красотища какая, а? Управление Нексуса. Вектор вылетел, подтверждая. Буря. Удачи, первопроходец. Погнали. Тогда летим на Эос. Она должна быть... Ну, так, после двух неудачных попыток поставить аванпосты... Так, чист Эос. Тут тоже у нас задание какое-то есть. Полетели сюда. Это врата, через которые мы пролетаем, как я понял, да? Насколько я помню, первые части Mass Effect оригинальные. Через эти врата мы пролетаем. Жилище 1. Инициатива Андромеда. Цель Эос. Это должна быть первый простой шаг, только никто больше не появился, и мы потерпели поражение дважды. Значит, Сэм изменил обнаружение. Идем заниматься. Они так быстро говорят, я не успел прочитывать это. Представляете, если бы еще нужно было переводить. Это было вообще трындец, у меня бы мозг, наверное, лопнул. Я записываю заранее, уже пишу пятую серию примерно. Или четвертая какая-то, не помню. По-моему, пятая. Так что ваши комментарии я пока еще не читал, ребята. Это так. Обзор системы давайте сделаем сначала. Полетели. Все хорошо. Активировать сканер. Так, высота орбиты, атмосфера давления, анализ. Пустынная, богатая ресурсами планета Эос. Часто подтверждается смертоносным радиоактивным бурям. Занесена в каталог как непригодных для жизни после многочисленных попыток канализации. Внимание, обнаружен сигнал агентина тому, что передают устройство на... Что-то там. С чистого листа, первый убийца. Да нахер ты это делаешь? Как высаживаться-то? Так, активировать сканер. Серьезно? А, во. Зона высадки. Да, желаем покинуть бурю. Полетели. Так, оружие. Моды вставим. Дуло увеличивает урон, повышая начальную скорость и кинетическую энергию выстрела. Штурмовая винтовка, пробивной урон. Вот это поставим. И затвор. Затвор воткнем.
Точность. Ближний бой урон. Нахрен нам ближний бой. Объем магазина. Вот урон поставим. Все. Подтверждаем набор наш. Ох, надеюсь, тормозить здесь не будет. Надеюсь, все готовы. Кало, давай. Integrating search area from Sam. How he pulled that mystery signal through the storms, I have no idea. Multisensory neural collision. Amazing. Factory fresh across the board. Spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. Тень прикольная. Четкая такая. What? Что? Говорю, очень многие надеются на нас. They gave up on Eos. Эос их разочаровал. Сложно. Их за что винить? Это они ожидали золотой мир, а вместо этого увидели херню. Кто знает, какой эффект? Прости. Все нормально? You okay? I've got the train. У меня есть нужные знания, помощники, инструменты. Мы справимся. Pathfinder? Первопроходец. Буря отправляется. У нас все в порядке. Полетели, чё? Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Ну, первая планета была лютая, конечно. Там молнии постоянно били, громоотводы эти. Щиты в порядке. Мы справляемся. Правильно? Черт. Air, plants, helps me think. Something on your mind? Maybe. What the hell was that? I know that look. It's just my biotics reacting to all this. I don't normally lose it like that. A huntress should have better control. Huntress? Another term for an Asari commando. I was one. Before the initiative. Some things stick, though. Like losing the old man. В общем, ребята, игра вылетела на том моменте, когда мы почти приземлились на планету, на новую, на Эос. Ну как вылетела? Она тупо зависла, не реагировала вообще ни на что. И пришлось перезапустить. И пока я тут перезапускал, решил зайти еще в какую-нибудь комнату и тут наткнуться на диалог и решил вам сразу его показать. Давайте потрендим с ней. Prove your biotics can rip an APC apart, and people get nervous. Funny that. The Alliance found me a cross-species military initiative in a hurry. Sent me to Thessia to serve with the Huntress unit. One of the few places where my powers were welcomed. Your father made another one. There's a lot of loss going around. Dad, the Golden Worlds. A friend and mentor who trained you to be a Pathfinder. I prepped for years as your father's second. Then he chooses you? An untrained Pathfinder and all this mess to fix? The hell was he thinking? Вот так вот. Is this going to be a problem, Cora? I don't want a rival. Just answers. It's done. Best I can do now is be your second. Keep your father's mission alive. Then maybe we'll all get what we came out here for. О, сердечко. You, мы с тобой вместе. Звучит неплохо. I like the sound of that. Don't be charming. Не пытайся меня очаровать. Я на тебя сержусь. Are you? Правда? You're not glowing. Ты не светишься только после Maybe. Прекрасных минут. Look, there's still the mission. A lot of dreams to fulfill. So what brought you out to Andromeda? Biotics like this. Thinking like an Asari huntress. I never had a place. Best I could be was a useful freak. The initiative was meant to be different. Will be different if this mission succeeds. So I'm seeing it through. It's quiet in here. I can keep the plants watered while I work. First job, see if there's any news on the Asari Ark. If they made it, we could use some Asari expertise. If you want to talk, I'll be here. Так, ну я еще не закончил с тобой говорить. Так-то.
Back again? What did you do while you were part of the Asari military? 4 years in a commando unit called Ta-Lane's Daughters. Part of the Council's cross-species military integration initiative. You probably had a more exciting time defending that Arcturus relay. But we did good work. Peacekeeping is a full-time job, even in Asari space. Ну-ка, расскажи об отряде. What was your commando unit like? Janae and I were the youngsters. Tethys was our old lady sniper. Kalia patched us up, and Valenza prayed between firefights. Our CO, Nasira, led us all over the Athena Nebula and beyond. A Huntress's work is never done. Every civilization has its защитников. And the defenders usually match their civilization. Like Asari Huntresses being adaptable as hell. Makes you wonder what our militia will look like in 100 years. Военная карьера. You were in the Alliance before you became a Huntress, right? What made you join up? My biotics. I was still living on my parents' cargo freighter when they manifested. Untrained biotic power on a starship means accidents. But we couldn't afford a tutor. The Alliance had implants, the training, everything. Old history now. Your turn. Remind me why you came to Andromeda. I spent years watching pioneers go through the Arcturus mass relays. Off to glory, while I stayed behind. Then Dad's career collapsed. His AI research made him too toxic. I heard. Must have changed everything for your family. We needed to start over somewhere new together. Or as together as we could. So, Andromeda. None of you writers ever think small, do you? Did you come out here with anyone? Maybe someone you served with? I had my fun on shore leave. Nothing serious, though. Asari Huntresses figure things out, but I was there for soldiering, not romance. Я не искала любви, ну-ка давай-ка с тобой, да? А сейчас? You're not technically military anymore. Can't get anything past you, can I? After 4 years with Asari Commandos, you must have some great war stories. Nasira assassinated a Krogan warlord with a pack of playing cards once. A pack of cards? Choking hazard, apparently. Wow. Все. See you later, Cora. Давай, Кора, два раза с тобой пофлиртовали, так что, может быть, что-нибудь получится из этого. Хотя хер его знает. Ладно, я хочу найти свою каюту, и почему-то не могу ее найти. Видимо, здесь можно спуститься вниз, но нас сюда не пускают. Давайте спустимся по лестницам по этим. Оп. Это какой-то первопроходцы, то есть твоя. Там же находится узел связи Сэма. Настройка одежды и брони. Здесь на экране гардероба в своей каюте можно поменять повседневную одежду и настроить броню. Почтовый терминал. Гардероб. Куртка. Длинные рукава. Короткие рукава. Давайте с куртаном будем. О, настройка цвета есть. Отлично. Цвет одежды. Но не черный и не красный. Серый хотя бы. Во. И третий цвет, ну не оранжевый. Красный давайте. Хер о нем. Да сука. Вот такой вот. Не, херня получится. Пускай белый будет. Отлично. Цвет одежды меняем теперь опять.
Ну. Во. А чё цвет не меняется? Понять не могу. Ну-ка, сейчас проверим еще раз настройки цвета. Во. Отлично, неужели, твою мать? Поменяли. Ну, хер его знает. Ладно, сойдет. Итак. Так, окей, настроили мы внешний вид здесь, да? Гардероб. Что тут есть еще? Сообщение, почтовый терминал. Особая доставка. Ну-ка посмотрим. Покраска кочевника, табула расы. Интервью. Я снимаю фильм, мне нужна помощь с исследованием проекта. Он будет настолько исторических событий, как и ваши продвиги. А вы можете встретиться на Нексусе и поговорить. Мне проще все на слове объяснить. Напоминание. Спасибо за разговор. Теперь Райдер от Коры. Теперь все воспринимается проще, хотя я не исправлен до конца. Помни, что надо... И с собой заниматься. Работа — важное дело, но свои переживания ничуть не нужны. Важны. Короче, понятно, что нихера не понятно. Ну, летим. Вот на этом месте мы зависли тогда в прошлый раз. Вроде пролетели. Отлично. Вот он. Сажай нас с той точки. Так, а почему мы именно в этой броне? Почему мы не в модной нашей? How to even start? Reports state this planet suffers deadly storms that are contaminated by radiation from the Scourge. EO's deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile. Так. Комбо-моды какие-то еще есть. Ладно, хер с ним. Так, что нам надо делать? Осмотреть основные строения объекта через атмосферу от радиации. Plus, no Pathfinder. If EOS is like Habitat 7, that signal we scanned must be connected with the atmosphere. We could use the outpost's antenna to track it down. This analysis provides us with important research data, Pathfinder. If you continue to scan and collect this data, we can utilize it to develop new technologies and upgrades for equipment, such as your weapons and armor. Отлично. They must have known these wouldn't last in these conditions. They didn't have a Pathfinder. They do now. We'll make EO's own. Так, вроде пока ничего тут нету. Больше интересного. Погоди, мы можем что-то добывать? Флюорит мы собрали, отлично. Так, нам нужна тачка. Я знаю, что сейчас будет тачка. Нам ее дадут. Emergency power, but it's code locked. Site 1 issued individual security codes. Each outpost self-organizes and sets its own protocol. Just say we can't open it without codes. Без кодов открыть не получится. Оп, сканирование завершено. Не работает. Требования окружающей среды не соблюдены. Смотрим дальше. Коды, ключи есть. Давай терминал посмотрим. We suffered our first death today.
Внезапно началась буря. Локли пытались защитить наши посадки, потеряли опору. Его жена по-прежнему в краестазе. Может, когда ее разбудит, она сумеет что-то там сказать. Понятно. Посмотрим. Вы-то почему без скафандра входите? Я один со скафандром. Не, ну, вот это мне нравится, ранец. Прям офигенная тема. Так, заходим. Хлобысь. Нет питания на дверь. Его можно включить. Так, терминал. Посмотрим. Люди начинают шушукаться. Они говорят, что Эос не жизнеспособен, что ничего не пойдет, как задумано. Я знаю, ты скажешь, я не для того записывался в инициативу, чтобы сидеть в заперти с летающей жестянки. Обещаю, будет очень интересно, но позже, когда у них будет больше времени, чтобы позаботиться о безопасности. Мама наказала мне следить, чтобы ты не порол горячку. Этим я и занимаюсь. Хотя бы подумай об этом ради меня. И почаще выходи на связь. Я теперь беспокоюсь совсем, как мама. Уже сгрыз весь ноготь на мизинце. Судьба остальных моих ногтей зависит от тебя. Я тебя люблю. Ау. Простите, что снова вас беспокою. Несколько дней назад я просил сообщить мне о Лее Уэллс. Но с тех пор мне ничего не поступало. Судя по всему, это сообщение даже не было прочитано. У вас все нормально. Свяжитесь со мной при помощи возможности, при первой возможности, и передайте Лев, чтобы вышла со мной на связь. Смотрим, что есть. Так. Контейнеров никаких нету. Еще одна консоль. У меня есть частичная запись, но антенну не могу включить. Что-то блокирует энергосбережение. Действует удаленная блокировка. Все дело в соседней башне управления питанием. Значит, не только нас интересует, что здесь произошло. Надо изучить башню управления. Контейнерок. Железо. Еще терминал. И еще контейнерок. Так, воспроизвести запись. Песчаные бури, радиации. О чем Эдисон думал, посылая нас сюда? Эос оказалась замечательным... А у меня чувство, что здесь я умру. Ну вот, как-то так. Больше тут ничего нет вроде, да? Ни контейнерков. Нам бы вот сюда проникнуть. Но тут нет питания. Странно, везде питание есть, а там нету. Sam? It fits the profile of a power relay station, Pathfinder. Right. We get it running, maybe buildings get power. And we get a line on that signal. Так. Pathfinder, that door is locked. Стандартная дверь жилища на аванпосте. Опять питания нет? Опять, сука, нет питания. Как-то нужно забраться наверх. Too long in this environment without power. We didn't expect this kind of environment. Who could? Блин, я сейчас буду бегать каждый раз по этим контейнеркам всяким. Выходит, этот был не корабль кетов. Они стучат дверь. Есть кто-то есть? Мы думали, что все ушли. Да, конечно. А теперь отвалите, сами себе добычу ищите. Тут место занято. Кто ты?
So you're a salvager. Got a name? Я Райдер. Clancy. Clancy, зарабатывал на жизнь тем, что... Стоп, Райдер, первопроходец. As in Pathfinder? The Nexus just can't let EOS Nexus никак не заставил в покое Зеус. I'm tracking a signal that will help EOS. I only need power for the antenna. Look, I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Is it smarter to hide and hope, or take a chance that might save this whole planet? I remember when people used to talk like that. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the tiger, it's on you. Окей. Какого хрена шлем снимается постоянно и одевается? Что это такое? There's an error in the startup sequence. Manual input required. Damn it. Please scan one of the pylons to determine the hackable input location. И что сделать надо с ней? Так, включить энерговышки, очистить атмосферу от радиации. Пойдем, поднимемся наверх. И включим эту хоробору. Generator is active. Один генератор активен. Our friend Clancy, was he part of the outpost team here? No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. So he's what? Playing hooky? Or he's a part-time. Ну-ка, можно залезть на корабль? Лол. Так, сканим эту. Включаем еще один генератор. Надо не забыть, что у меня серия состоит из двух частей. Так, победить кетов. Собрали. Идем туда. Ого-го. Чё-то я прям в наглую сюда полез. Оп-оп-оп-оп-оп, быстрее сюда садись. Переключаемся. На троечку, во. Давай. На единичку туда. И на двоечку сюда. А-а-а, тебя вообще никто не хочет бить. Сука! Чё это было? Бомба какая-то. Еще раз давай. Тут сохранение, кстати, есть в этой игре. Но быстрого сохранения, по-моему, нету. Нужно нажимать Escape и сохраняться каждый раз. Вы издеваетесь? Идем воевать. Нужно занять нам поудобнее позицию. Ну, допустим, это будет здесь. Так, высаживается первая партия. И сразу им туда вот такую херобору кидает. На нахер тебе. Комбо сделали. Отлично. На вот такую херню тебе еще. Оп. Перезарядочка, быстрее. Фух. Так, я их не вижу, так теперь. Идем сюда опять. О, пацаны, держите. Сами бегут туда. Вот и все, изи-бризи. Нахер ты туда лезла вообще, Кар? Так, вроде все, да? Вот еще остатки есть. Это мы все изучали. Отлично.
Так, возьмем Патриков. На удивление, мы здоровье даже не потеряли. Это прям не может не радовать. И кто же ты? Ты взял все эти кет? Sure, use the power relay. Hell, take whatever you like. Word of advice, though. If that signal of yours is out past the perimeter, you'll need a ride. A ride? Транспорт? Shuttles aren't fun in these winds. Челнок при таком ветре поблизости бесполезен, нужны колеса. Мне кажется, то, что такое должно быть. Я найду. Смотрю аванпост еще раз. Просто найди мало. Надеюсь, ты умнее, чем что-то там. Мы установка Кобра, что-то такое. У меня всего 100 кредитов, вы издеваетесь? Не буду торговать ни с чем. Давай, до свидания. Пойдем искать. О, контейнерочек. Алюминий. Power restored. We should have access to everything in Site 1 now, right, Sam? Correct. Plus, I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. Это может оказаться ключом к расследованию. Обязательно исследуй. Верно, верно. Radiation levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. All the more reason to see if that alien structure can make a difference to this planet. Come on, we better find that vehicle Clancy mentioned. А вот нам и дадут сейчас транспортным. Можно с ними поговорить? Ладно, бежим сканировать контейнерки. Подожди. Мы же открыли доступ, да? Well, what do you know? The outpost research center is still intact. Updating the Tempest on this critical recovery. Research was always key to the initiative. We'll need it here too. This tech is how we survive in Andromeda. Ingenuity on the ground. Someone else agrees. This research center was used recently to monitor the alien signal. This gives us the tools to find the source, and maybe whoever else is looking. Так, контейнерки всякие тоже берем. Я пока просто лутаю, пока еще не знаю, что для чего нужно. Нулевой элемент. Терминал у нас тут есть. Активировать питание. The research station is back online. I've provided a list of weapons we can build by gathering the required components. Научный центр. Исследовать. У нас 80 уже, да? Было 10. Еще мало для исследования. Нужно как минимум сотка, по-моему. Идем. Special requisition all-terrain scout rover. A Nomad. Six-wheel drive, jump jets, just what you need. I might be drooling a little bit. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. I can call one down. Let's find a good spot. Пойдем запросим сейчас, но для начала мы зайдем в то помещение, в котором мы были. По-моему, это оно. А тут закрыто все. Или вот это помещение. И мы не смогли зайти в одну комнатку. А теперь мы сможем зайти. Да, теперь она доступна нам. И тут нас ждут ништячки. Ванадий какой-то. Просканим все. Терминальчик. И вроде все, да? Оп.
Снова врезали пайки, сегодня в меню суп с парой сухарей. Надеюсь, голод не помешает нам завтра заняться южным зданием. Собирательству препятствует погода, выращивать еду нельзя из-за ветра. Нексус не может прокормить и нас, и себя. Нет, не надо об этом думать. Ходят разговоры о том, что вернуться на Нексус, но если мы не найдем решение, то кто найдет? Мы рискнули тут высадиться, мы были первыми. Мы с Тео решили держаться, даже если окажется последними. All these challenges, and the colonists still tried to tough it out. They didn't know what they were in for. They weren't told. Sam and I could have helped them. This won't happen again. Так, какую-то херню там можем выбрать. Так, передовые станции запускают автоматически с орбиты. Направление установлено на области планеты. Нажмите Alt для наблюдения. Окей. Looks like the forward station supplies are intact. Downloading Nomad Crate access code. Снаряжение. Ну, понятно. Терминал. Посмотрели. Посмотрели. Теперь нужно туда идти. Хлобысь. Бэтмобиль прям. Жесть. Ну, красотка. Охрененно. О, да. И он прыгает, сука. Есть ускорение на шифте. Жесть. Шахтерский компьютер. Шахтерский дрон не хочет почему-то запускаться. Да ладно. Так, что нам делать? Куда-то ехать надо, да? Идем за это поле. А тут у нас радиация, ребята. Can't get traction. It's too steep. Switch to six-wheel drive. It'll get you up there in a snap. Подожди. А, вот полный привод. Набрал кнопку мышки. Лол. Хера себе, прикольно. Его можно выключить. Включил. Поехал. Отлично. Remember the Nomads jump jets. They'll get you over most obstacles. If you need more juice, the boosters can accelerate you out of trouble. Ну-ка, вот высадимся мы, допустим. Где жучок? Пропал, зараза. Фух, ребята. Ну что, ребят, предлагаю вообще завершить серию на этом. На сегодня. Так слишком долго она у нас получается. Почему-то, смотрите, вот вылазили, да? И жучок пропадает. А нет, смотри, жучок на месте. Ой, с него что-то падает. Так, кто еще там? О, он сам с одного удара сдох. Отличная тема. А меня засасывает в нее? Нет. Блин, тут как бы радиация, надо валиться. Ладно, ребят, давайте закруглимся на сегодня. Покатались немного на ковчеге, это крутая тема. Реально обалденный джипарик. Напоминает. Так. Убываем. Тут есть трамплин. Ладно, ребят, всем спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк этому видео, если вам понравилось. Ну, конечно же, также оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был Рирс, всем счастливо, всем пока.